Здорово, ребят, с вами Кастер и Кот, и сегодня у нас с вами будет коллаб с Нобиком. Я забыл, видите, я просто реально волнуюсь, не знаю почему, даже голос все съелся. Я после стрима просто коллаб будет с Нобиком, Дейзом, Катанса Неплей, Незич и Праймер. Давайте, пока. Дейс, ЛС мне открой. Да, ща. Давайте выливайте, а мы здесь с Праймером будем. Да, ладно. Не, ну нормально так-то. Группа-то двоих создана. Ну ладно. Я это так и не понял, что делать. Так ты сам сегодня писал. Так ты сам сегодня писал, разъяснил за все. Не, ну да, в Дор заходим, а куда, кому? Мы типа отдельно. Давай я через тебя. Мы отдельно на будем играть? Уже очевидно. А мы типа вообще отдельно будем играть или на общем сервере? Нет. А как там играть? Там же максимум 4 человека, ты чё? Ну, тоже верно. Ну, так суть-то соревнования в чем? Типа заспидранить? Типа же правильно? Ну, типа, а, как мы поймем, как мы поймем, кто первый начал? Я хуй знает. А чё вообще происходит? А нахуй они ревнули? А нахуй они ревнули? Я сейчас знаю, вы где? А это надо написать нужно. Что мы не поняли? Типа, блять, я как понимаю, типа, кто дальше, тот лучше. Я как понял. Короче, это пипец. Вначале мы нихера не понимали, что надо делать. И поэтому просто, ну, мы запутались как бы. Они там резко начали, они там что-то обсуждали, что-то ненужное, вот, вначале. И не было такого обсуждения, типа, куда, кого, что, и в итоге там немножко запутались. Короче, рассказываю, там это, вот это самое. Праймер, короче, играл со мной, получается. Дейз играл с... Дейз играл с Нубиком, а Незич играл с Катаном Саним Плей. Вот, так что... Вот. Ну это так, чтобы вы знали, если что. Кто в каких командах находится. Вообще поздоровайся с подписчиками. Здравствуйте, здравствуйте всем. Да, я не думал, что я на этом канале вообще окажусь. Вообще не думал. Никто не думал. Никто не думал, никто не ожидал, никто не ждал. Вот коллаб случился. Хотя мне говорили то, что коллаба никакого не будет. То, что Рухот коллаба вообще не любит. Это правда. Это правда, да. Я каждый раз волнуюсь перед коллабами. Вау, четвертая дверь. Тут надо же что-то говорить на видео. Да, кайф. Конечно. Четкий кадр, как таймер идет. Хотя мы тут спидран играем, мы сейчас тормозим, кадры всякие снимаем. Нормально. Нормально, похуй пойдет на монтаже, что-нибудь вырежешь. А, ну может не спидран, может просто кто выжил реально. А если кто-то вообще зажульничает, возьмет просто и типа, давай заново сыграю. А давай заново сыграем. Да. Зажигалка. Вещи, вещи. Бляха, надо было витаминки брать. Я забыл за витаминки вообще. Ладно, ну чего? Так бы со спидранили быстрее, ну ладно. Ничего. Сойдет и так. Ну ладно. Ну да. Нормально. Так, ну тут каждый разделяется на свою комнату. А их у нас будет по 5 штук, наверное. Ой, блин. Так. Ты с правой стороны, да, лутаешь? Я уже в левую зашел. Ну сейчас я левую комнату. Самую первую левую комнату. Ну все, иду в правую. То есть теперь я в правой, да, ты в левую. Mm-hmm. О, у меня ключи. Отлично. Хорош. Нормально. Нам с... А, вот, вперед. Нормально. Хорошо. Так, сюда? Я раш слышу. Давай. Да, там раш будет. Да, летит раш. Все, кайф. Да, такие звуки, я подумал, что второй как будто летит. Ой, блядь. Все, нормально. Супер, мы уже сразу проворонили эту катку, походу.
меня половина хп осталось, ну ничего. Ты знаешь что, я короче как-то посмотрел, я короче тычку получил, я сначала подумал, что это? А, из-за шкаф. Я потом только краешком глаза увидел то, что это глаза. Да, а я вообще там ничего не увидел на самом деле. Вот шкаф. У меня, ну где-то 90 хп, наверное. Ну где-то 90. О, таблетки тебе. Чё, таблетки не взял? А, чё там, таблетки? Таблетки. Таблетки. От ума. Ну, кстати, еще можно монеты, наверное, подкопить. Ё-моё. Тоже поможет. Ладно. Чё, только 18-е? Сейчас как-то мы медленно и продвигаемся. А, пойдём. Блять. Мы как будто хардкор. Чё так неожиданно, ё-моё, я как будто реально в хардкор пошел. Да, чё-то глаза еще. Мы реально в хардкор не пошли случайно. Не знаю. А вдруг? Ну мы будем легендами, если оказывается. Так прошли. Два раза подряд. Глаза. А, да. Что происходит? Я нашел. Кайф. Ну я думал, я вентиляцию полез. Ну ладно. Ну, я буду предупреждать, ну или ты будешь предупреждать, то, что нашли, чтобы лишнее время тратить. Не терять. Это не летит. Там отмычки. Ну ладно, пускай будет. На сотку оставим, если дойдем, конечно. А, ты еще отмычки пропустил, но я их уже взял. Пойдет тебе и мне. Ладно, бери. О, летит. А, ну, рашек. В этой, кстати, локации с пулями есть одна прикольная нычка. Вот у меня реально получалось, вот так берешь, садишься, и ты выживаешь. А я знаю эту нычку, я уродка-то видел. О, да. Хера. Да, уродка, да. А меня Макс учил играть. Макс? Блин, не техники. Да, ну так. Блять. Вот сюда. Как там говорится, пиши будем, дальше будем. Ну да. Глаза. Получается, скоро будет сик. На сике я сразу убавлю графику. Потому что на сике мне всегда лагает. А чё, у тебя старая видюха, которая у тебя была? Ну, у меня, да, до сих пор та еще. А, у тебя RX 550? Или чё? Там 550. А, так у меня такая же. Да. Угу. У нас разные вкусы. Ты любишь с хорошего PS снимать, а я люблю с хорошей графикой. Но с плохим PS. Так у меня на пятерке стоит график. А, да. Если раньше ты играл так, на минималках. Да. Так не, я на тройке стоял вообще. У меня тройка была графика. Я ж недавно комп собрал же. А, понял. Не, ну где ты его еще летом собрал? Ой, мы сейчас теряем время, конечно, потому что ничего не находим. Да. А я вообще ключи... Я тоже не нашел. Вроде они могут за кроватями находиться, кстати. Тоже. За кроватями? Тихо. А, нет. За кроватями, да. Некоторые комнаты просто... А, вот, блин. О, на табуретке. Вот. На табуретке. Да. Как ты думаешь, что у них там? Думаешь, они на фигуре? Ну, мне кажется, у них все прекрасно, в отличие от нас. Ну да, потому ну, что кстати, мы... я подхилился уже. Довольно хорошо. У меня нет пластырей. То есть, ну мне отхилиться, наверное, два пластыря. Блин, такое чувство, что я такой медленный. Давно Дорс, походу, не играл. Что-то лагает. Ё-моё. Чё так лагает-то? Ё-моё. У меня как будто микрофикс. Не знаю. Так, ты вообще чё, был... куда? Я нашел рычаг. Ну, если чё, у меня иногда бывает такой случай, то что прям отключается и клавиатура, и мышка, и микрофон сразу. Ну, это на секунду, потом сразу устанавливается.
лба будет? У тебя на лбу брови такие? Я не знаю. Какие-то полоски. На лбу? Да, у тебя возле глаз прям какие-то полоски. Это брови, наверное. Странные брови. Походу брови. Не знаю, я такую анимацию купил, я увидел у этого, у котенка Лайка что-то такое, такое лицо я купил. Не знаю. Я вообще хотел другое купить. Так, осторожно. Ладно, такое стоит, такое стоит. Тихо. И сюда. Ой, нам повезло, что там звук проигрался. Ой, как приятно. Просто, короче, здесь есть такой прикол, то, что можно, если ты вот прям хорошо слышишь, то ты можешь, короче, услышать звук света. Он прям играется и проигрывается, это слышно довольно. Неплохо для меня. Там свеча, кстати. Так. Твоя. Свеча нормально. О, пластырь. Блять. Прожди только. А то тебя небось пластырь. Всё, я выжил. Фух, все, я живой. Все. Я просто в микромоменте был, я короче, лутал ящик, короче, беру пластырь и просто в последний момент просто забегаю в шкаф, просто. Ну, да. Это учитывая то, что я в Дорос не играл, наверное, месяца три. О, фигурка будет. Не будем ездить? Давай нет, пролезаем шкафы. Может, там будет монета. Ладно, давай. Может, потом можешь купить что-то. Я знаю. Ну, у меня почти 200. Ну, вот теперь 200. Давай, скупаем. Все, погнали. Так, ты какую сторону лутаешь? Давай я левую. Давай. Там еще ход возьму заодно. Мы будем лутать все книжки или вы там это... все будем лутать? Все. Есть плохая новость, все книги в твоей стороне находятся. Реально? Тогда иди наверх. Иди наверх. Так, ага, ну что? Так, стопы. А, вот. Там у тебя упущена одна. Я знаю. Во. Я больше не слышу пока что. Так, сюда фигуры идут. То есть я пока что 4 только нашел. А может быть на той стороне? Где центр? Надо туда сходить. Там есть звук? Не знаю. Или нет? Ладно, сейчас фигура пройдет. Ну там ничего нету. Здесь. Я посмотрю на всякий случай. Где центр, да, там нету. Тоже ничего. Да, нету. Ну тогда наверх остается. А, стопы, мы это... Ну, код бери тогда. У меня я есть. Пока что наверх тогда пойду. А, вот ты взял его. Так, 6, первая цифра, треугольника у нас нет, он точно где-то сверху. Так, я опять направо. Так, у тебя, да. Так, ну все, мы уже встать, в принципе, пока что. Сейчас она фигура пройдет, и ты запишешь код. Да. Я продиктую. Так, 6, 2, 7 и 5. Окей. Так, 6, 2, 7, 2. Там 5. А, ой, 5, 6, 2, 7. Открыл. 5. А. Блин, отпереди. Отпереди. Ну надо, да, подписи там фигуру просто шла. Не хватает на нее. Так, а что у нас есть? Ой, погоди. Есть монет, я смогу купить, короче, скелетон ключ, он нам довольно пригодится. Ну-ка. А у тебя сколько? 295. А вот. Вот тут. Если ему можно было скидываться. А, нормально. Пока ищи ключ там. Класс, я еще чуть Джеффу не задонатил 10. Прикинь бы зарыгинил. Просто дал десятку. Да. На, держи, брат. Так и быть. Скину тебе на карту. Так. Чё нам сейчас, кто куда пойдет? Давай я налево. А вообще мы идем сейчас в румс. Давай. Ну сразу на 1000 идем. Ага. Только я в самом начале сливаюсь на сотой двери, и все. И ты проходишь. А 1000. И мы выиграем этот конкурс. Так, я открыл. Ну, батл. Открыл? Угу. Все, я иду тогда. Мне кажется, ты все делаешь. Да нет. В тебе тоже есть. Плюсы, ты
какие-то, Какие, к наверное. примеру? Какие, к примеру? Ну, у тебя есть фонарик, прокачаешь путь. Спасибо. Чуть не сдох. А, нет, там был шкаф. Угу. Там был шкаф. Я ошибся. 66 стая. Прикинь, мы сейчас проходим, и они там только 50 проходят. Не, мне кажется, они уже там на 70-м где-то. Ну ладно. Да ладно, сам бери, сам бери. Я в дортс вообще не играю, так Ну, что ты просто сказал, без без разницы, я подумал, разницы. ну ладно, раз нет. Мне без разницы, мне без разницы. Я монеты вообще не лутаю. У меня и так 5К. Это нормально. Все Так, равно. сейчас будет стик. Сразу, как всегда, убавлю свою любимую графику. Я, наверное, так же сделал. Я на четверку поставлю. Ну, Потому что у меня в четверка, кстати, прошлый не раз очень не... приятно. Ну... Я не фанат игры... Я не графодрочер. А я из них. Не знаю, я прям не придираюсь к ни графике там. Я сейчас только за производитель. Прям вагон такой. Прям какие-то призы сейчас Там были. нормально, там нормально. Так, все обратно на пятерку. Ой. О, здравствуйте. Так, ну я сейчас таблетки завязаю, да? Давай. Раз, пять. А у тебя одна? Да. Ну, все полезно. Ой, да ладно. Хоть по факту одной должно быть. Блин, не хватило пару шагов. Я вообще офигею, если ты ближе находишься. Вообще зря, наверное, топлик не завязал. Особо ничего не дало. Не, ну так-то по факту я уже был в двери, а ты уже просто в конце прям Ой. это берешь и топишь. Летит. А? А! Летит. А! Где, куда? Блядь, куда? Нет! Серьезно? А ты шкаф пропустил? Я думал, я тебе дай. Ёбаный рот. Блин, надо... Да, Короче, победа. тебе надо было, походу, витаминки сохранить, ты бы так добежал до этого. До конца комнаты там Как? был бы шкаф. Ты выжил? Я не знал, кстати. Да, я выжил, я выжил, я же у шкафа стоял. А, боже мой. Спасибо тебе Короче. огромное. Стараюсь. Бляха, только самое обидное, то, что у меня витаминок нет. Бляха, я как будто Раша слышал. Там Я Раша лампа, да, слышал. вот, вот. Оп. Тебя, Ага, прикинь, где мы шкафа сплели. нету. А нет, есть. Хорош. Ой, давай, Короче, аккуратно там. сейчас все от меня зависит. Да. Если я сольюсь, то I'm sorry. Попробуйся, что постоять в саду немножко, это мало. Окей. А тут деф-то, да, можно от Раши? Да. Если что. Я просто не знал. Я Раша слышу. Да Подожди. нет, тебе показалось, нет его. Да я слышу. Да нету его. Да ты, это ты слышишь вот там, впереди. Ой. Бля. Ой. Ничего, ничего. Давай. Я на всякий случай вот так буду делать. Но на фигуре я не знаю. Я хз. Сольюсь, не сольюсь. Но я попробую пройти. Летит! А вот теперь... Ой, блин. Блин, я теперь буду стоять у каждой. Это, в конце, у каждого. Циклой. Я не хочу сливаться. И проигрывать тоже не хочется. Хорошо, что мы без призва играем. Летит. Так, вот раз. Так, ну по факту сейчас не Летит! может быть Летит! Раша. Раш! 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 Да? Да! А ты чуть не уступил. А я был близок. Ты был очень близок, он там прям возле тебя стоял. Подожди.
боже, блядь, о боже. Нормально. Ну все, раш теперь не может быть, все, теперь осталась эта фигура. Ты уверен? Я не знаю. Постой, зайди в шкаф, на всякий случай. Шкаф? Да. Давай. Ну я не знаю, у меня не было то, что, чтоб это... Раш был на 99. Ну, ладно. Ух, я тебе что буду подсказывать, где они находятся, если ты пропустишь. Ну там же по звуку понятно. Нет, понятно тебе, ты пропустил только что. А, так, а как я возьму тебе? Или можно брать? Вот, вот, нет. Вот, дойди, дойди. Не запускай вот, туда, фигуру. Туда, туда. Вот, право, 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 право сторону повернись. Право. Право? Да, подожди. Вот, трубы, трубы, трубы. Сори. Просто до сюда будет сложно доходить. Я не знал, я просто не знал то, что можно брать сразу. Отмычки есть? Я думал, что надо фигуру запустить сначала. Да нет, извините, вот сейчас можно брать. Вот такой я профи Дорса. Да. Я даже убил так, потому что я дошел высотой. Так, ну я сначала направо всегда иду, так что... Снизу была. Снизу? Да, там, шкафу. На правой стороне. Блин. Сверху, сверху есть. Сверху? Да. Подожди. Вот, вот, вот. Да. Вот. И вот снизу еще. Так. Вот там снизу? В конце, да, снизу. Вон, право, право, право. Так, все, больше вроде бы тут нету, да? Я посвечу на всякий случай. Ну, да, звуков я не слышу. Сейчас прикинь, фигура просто разворачивается в мою сторону меховые. Так, ну она, да, идет прям. Только не в центр, пожалуйста. Я, ну, этот, там слышу вроде бы. Вон там. Она уходит. Так что давай. Она в какую сторону ушла? Вперед, куда ты сейчас смотришь. Там вперед. Кто она развернулась? Так, отмена. Галя, отмена. Вот там сзади тебя есть. И с правой стороны осторожно, она там уходит. С правой стороны есть, короче, и с левой стороны есть. Бля. И сзади тебя еще самым. Просто полутай все эти шкафчики. Подожди. Он там, аккуратно. Не стой, 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 стой. Сейчас налево, налево, налево. Как не торопись, прошу тебя. Я стараюсь. Я в шкаф не хочу лезть, потому что я, если я в шкаф залезу, я заруиню эту QTE. Я заруиню. Там просто не обязательно в шкаф залезть, там можно просто там встать и все, она идет. Просто если ты будешь даже присидеть ходить, есть тоже какой-то шанс, что она тебя найдет. Сзади тебя есть. Сзади меня? Да, вон свет. А, все подсвечивает, наконец-то. Ура! Я этого ждал. Вон там я еще вижу, вот. Я говорил, там есть. Там есть. Давай, иди. Так, сейчас. А где это? Где это? А, она вот идет. Она вроде бы сюда идет. Все, она ушла. А, нет, она ушла. Ту еще комнату техника, в которой ты был, но. В этом? Нет, нет. Самая большая. Вон, видишь, там светится через стену. А, вижу, вижу. Так там фигура идет. Нет, уходи! Уходи туда! Шкаф. А, хотя. Извините. Я не пойду. Она ж не пролезет сюда. Да, пролезет, к сожалению. А, да. Как стрёмно. Я сам боюсь, понимаешь? Давай, давай. Да, вот с кем ты играешь? Направо поворачивай и в комнату. Да, всё, да. Всё, вон, да. Вижу. Вижу, светится. Как мы их пропустили? Так я тебе говорю, справа стрелять, сзади тебя еще есть. Ну ладно. Так, стоп, вот все последние. А, может быть, это надо сверху, да. На второй номер. Сейчас это. Отойдет. Ой, бля, я сейчас вспомнил. Иди, 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 иди. Я думал, она ушла. Блин. Блять. Ладно. Прости, у нас прости. Еще две попытки есть в любом случае. Может даже три, если все-таки хардмод допустят. Но это будет уже сложно. А мы сейчас в хардмод, да, получается? Езда. Ладно, давай. Блять, было близко же. Ну, бля. Обидно. Обидно. В общем, ребята, снова рассказываю, и не такие уж и плохие новости, как оказалось, короче, Незич с Аней
Чё они там? Последние прошли, как бы. Ну, короче, там, я не знаю, что там, короче, это. Но нас поставили на второе место. Я не знаю, что у них там произошло, короче. Я не помню вообще. Вот. Я, кстати, монтирую это видео спустя неделю после того, как мы это все сняли. Вот. У них там что-то произошло, они, короче, последние там это все прошли, со второй попытки еще при этом, а мы, то есть, даже, оказывается, можно было вторую попытку использовать, а мы без второй попытки это все использовали. Но нас поставили на второе место при этом, короче, мы проиграли, но нас поставили на второе место. Вот, мы с Правером занимаем второе место, первое место, короче, занимает Дейз и Нубик, а третье место занимают, короче... Незич и Саня. Вот. Это еще не все сразу говорю, потому что еще дальше будет идти игра. Ну, то есть там будет Rainbow Friends 1 и Rainbow Friends 2. И я, кстати, все время говорил о том, что страшно что... так, что уже хочется прям закончить этот гребаный коллаб как можно быстрее, потому что реально что-то пока... По этому коллабу все у нас как-то плоховато получается. Ну, короче, это на этом все. С вами был Гастер Кот. В общем, видео мы, наверное, вроде бы с Праймером, ой, с Нубиком не попрощались. Ну, в смысле, именно мы с ним попрощались, а с вами, к сожалению, мы не прощались, вот. Так что я здесь, а через... Так вот, короче, попрощаюсь с вами. Всем покедовал, с вами Кастер и Кот, ребята. Давайте, люблю вас, пока, удачи. В общем, ждем второго тура, получается. Пока.